Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Этот комментарий президент Белоруссии Александр Лукашенко дал 28 марта этого года, когда большинство стран мира находилось на карантине или режиме самоизоляции. Неизвестно, заметил ли в итоге политик, как летают вирусы, но спустя ровно 4 месяца он заявил о том, что переболел COVID-19. Александр Лукашенко сказал об этом в Минске 28 июля во время посещения части внутренних войск, передает агентство Белта. По словам президента, о том, что он переболел коронавирусом, врачи сообщили ему накануне. Симптомов не было, и о болезни он не знал. «Наконец я попал в Золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», – пошутил политик. Александр Лукашенко изначально скептически был настроен к охватившему мир заболеванию. В Белоруссии не был введен карантин, не отменяли массовые культурные и спортивные мероприятия. Между тем, в стране официально подтверждено более 67 тысяч заболевших COVID-19 и порядка 500 смертельных случаев. За последний месяц с небольшим Александр Лукашенко, не знавший о своей болезни, встречался и близко общался с целым рядом мировых лидеров. В июне, например, принял у себя президента Венгрии Виктора Орбана. Через несколько дней он провел встречу и с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Тот сам ранее переболел коронавирусом. Наконец, менее месяца назад Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным на открытии монумента павшим в Ржевской битве. Оба лидера пожали руки, а потом тесно контактировали с ветеранами Второй мировой войны. Заявление о перенесенной болезни Александр Лукашенко сделал почти ровно за 2 недели до президентских выборов в Белоруссии. Они назначены на 9 августа.